сегодня здесь, в Самаре. От автопробега «Дальний Восток» в Берлин в 2020 году до нового, не менее масштабного проекта «Трудовая доблесть. Резервы человечества». Новая экспедиция посвящена трудовому подвигу народа во время войны и 60-летнему юбилею первого полета человека в космос. Самара в маршрут автопробега попала не случайно. Мы стартовали именно с родины Юрия Алексеевича, город Гагарин. Вот, мы были 27 марта на месте гибели Гагарина и Серегина. Ну и Самара – это город, однозначно, Самара космическая, город, который связан с космосом, где делают ракетоносители, и поэтому мы здесь. Торжественный прием почетных гостей прошел в музее «Самара космическая». Не обошлась встреча и без обмена памятными подарками. Дочь советского летчика-космонавта Владимира Джанибекова Ольга передала в фонд музея памятный артефакт. Телефонную трубку, при помощи которой ее отец однажды сообщил ей о своем удачном приземлении во время очередного полета. Именно в середине 90-х годов по этому телефону Владимир Джанибеков общался со своими коллегами и производил доклады. И сегодня Ольга Владимировна торжественно вручает этот артефакт. 9 апреля участники экспедиции прибудут в Саратовскую область на место приземления Юрия Гагарина после его первого полета в космос. Памятный и праздничный день, 12 апреля, члены автопробега проведут в звездном городке в Центре подготовки космонавтов. Мария Елчан, Ирина Балясникова, Василий Колдашов. События.